Путешествие Петровича объявляется открытым. Маленькие настройки. Вот так вот. Да, да, такой вот я неподготовленный. А человек-молекула. Так, заходим мы в игрулечку. Наш Петрович загружается. Так, проверочка. Верочка, проверочка. Вроде все в порядочке. Итак, доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами Нул. И это заявка, кстати, друзья. И это игра Сурвариум. Сурвариум онлайн. Игра от разработчиков игры Сталкер. Игра находится в закрытом бета-тестировании. Туда вы можете попасть на ZBT с помощью вот такой вот легкой ссылочки, которая сейчас будет демонстрироваться на вашем экране. И мы ее вам поместим вот, наверное, сюда, чтобы вам было прекрасно видно. Survarium.com. Петрович наш уже второго, точнее третьего уровня, так как здесь уровень начинается с нулевого. Продолжаем мы пробовать выживать, убивать, делать квесты. Так, что у нас не хватает? Рюкзачка. Так, хотела посмотреть, сколько будет стоить рюкзачок. Он в экипировочке, наверное. Баллончик? Нет, нет, нет. Предмет, наверное. И снова нет. Так, все продавцы. Странно. Ага, вот. Как-то выбрался 6000 точно. Что, продолжаем играть. 209 человек у нас онлайн на серверах. На серверах великой игры Сурвариум. Наш Петрович уже более-менее одет. Взял я ему, кстати, дробога. Так, а что другое? Это у него же оружие было. Другое оружие, да, вот другое оружие у него есть. Как показать, чтобы он его одел-то? Ну, никак, наверное, да. Авто. Пополнение из расходного стража. Нет, не будем ставить. 40 патрончиков на это, 40 патрончиков на это. Я так полагаю, это что-то вроде снайперки. Ну, в общем, как только найдется игра, мы проверим, что это за оружие. Так, последний альтапчик. Проверяем картиночку. Картиночка вроде показывает все прекрасно. Слышно четко. Прием уверенный. Сурвариум радио. Слышно четко. Прием уверенный. Сурвариум радио. Так, а где ж мы в рейтинге-то? Так. 1700 у нас уже рейтинг. Воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. С 12 тысяч мы сразу переместились на 1700 место, проскочив 11 тысяч перед этим. Но я полагаю, что это очень здорово. Так, у нас рейтинг 104 плюс 104. Сколько же это? Так. Попасть нам надо в топ-100, чтобы быть красивым и ужасным. Ужасный и красивый, пара-пуру-па-па-па. Отстрелить ему яички, пара-пуру-па-па-па. Вовремя не хотите ли? Так, карта уже до боли мне известна. Играл мне уже пару раз, видели. В самом первом запуске была эта картёшка. Утро-день. Тут непонятно какая-то... это же не спутник, наверное, какая-то радиостанция. Возможно, что-то более серьезное там какие-нибудь. Ну, в общем, мы уже можем... Ага, звук есть, проверка. Так, берем второй пукаль. Ой-ой-ой, второй пукаль это точно снайперка. Так, перезаряжаем мы наше первое оружие. Берем второе сразу же. И выдвигаемся в сторону наших противников. Будем подглядывать через прицельчик. Знаем, откуда могут на нас наступать. Party for everybody. И будем пытаться их выщелкнуть. Как говорится, щелбаном по голове. Так, сектор клир. Воу-воу-воу-воу-воу. В ногу мне попали. В левую. Вообще в ноги мне попали. Блин, как так-то? Ладно.
Первый блин всегда комом. Тем более сейчас время масленицы, блины, все такое. Это все в порядке вещей. Так что поздравляю вас всех с первыми весенними деньками. Кто смотрит это видео свежим, кто смотрит это видео протухшим, ну, сори, ребят. Поздравляю вас. Просто поздравляю вас. С несвежестью. Так. Оп-оп-оп. Как он в респираторе дышит шикарно. Ах. Чувствовал я, что там вражины, снова левая нога моя страдает. Что же будешь делать? Что ж у меня новые-то, но левые-то ноги-то отстреливаете? Она у меня, может, чем-то запачкана? Ну, вроде нет. Почему он тогда выделяется на фоне всего моего остального тела? Ой-ой, какой счет-то плохой. Так, 0-0-2. Теперь понятно, что у меня за оружие не очень, но... Сейчас себя оправдала. На ближней дистанции все-таки лучше бегать с картечью вот с этой. Да как же меня же зацепило, это Фенрир убивает всех подряд. Просто одной пулей меня зацепило, видимо, в руку он меня стрелил. Ой, двойная перестрелка, не вижу пока фрагов. Ну что, неужели вы его не убьете? Сколько гранат залетает? И не без конца летает и летает. Взяли мы винтовочку, взяли мы дробашек. Ну вот надо докачать нашего... Ой-ой-ой. И это снова крэш игры. Да. Ох уж этот ЗБТ. Быстренько переконнектируемся в игру. Слава богу, позволяет нам компьютер это делать. Да-да-да-да-да. И реконнект в игру по-быстрому. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично. Все четко, прогрузка текстур. Убили одного. Фенрир, ах ты же подлый гаденыш. Так. Один уже два не в нашу пользу. А... Вовремя реконнектнулся. Так, есть у меня уже масочка, так что я полагаю, что мне не страшно идти вот в этом занулении. Или... Черт, я кажется... Я, кажется, прилип. Нет. Все-таки недостаточно лишь одной маски. Противогазной, чтобы здесь ходить. Сломались у меня ноги. Вот черт. Думал, что куплю масочку, все будет хорошо, но не тут-то было. Ну что, зато главное это проверил. Главное я проверил. Да, я могу здесь пробегать, но не очень долго. Воу-воу. Да. 1-6 это нормальное начало. Так, откуда же меня снайпер-то убил? Да, наверное, так его не увидеть. Хотя, вот, возможно, он там сидит. Да, непонятная ситуация. Один-два, пока мы немножечко проиграем. Есть у меня, кстати, капканы. Как ставить их, кстати, я еще не знаю. Воу-воу-воу. Ага, так. Научился я ставить капканы. Сейчас пойду этим воспользуюсь, поставлю деньги. Интересный капкан. Фенрир меня снова убил, задавил у нас по миду, грубо говоря. Пошел он по прямой.
Староватый Заур. Так, сейчас походу будет выносить. Ой. Боже ж мой, да что ж меня никто не прикрывает-то? Ёкарный бомбай. Некого меня даже защитить было. Заур убивает, забирает. Отлично. Ворует ли Фенрир наш ящичек? Вроде нет. Давайте поставим маленький капканчик. О боже, сами в него попали? И сломали ноги. Отлично! Боже мой, ладно. Отпустит. Так, ноги у нас уже сломаны. Поэтому нас контузило прямо на месте. Нет, поджили ноги. А что, один капкан что ли был? Да ну ладно, всего один капкан? Чертовски мало. Ой, какой-то отстрел тут происходит. Или это граната так взрывается? Ого, вот этого я не видел, что здесь что-то есть. Действительно, это вышка. Действительно, можно на нее подняться. Ах, ну тут уже Фенрир орудует. Только я прицелился во вражеского. Начал прицелиться. Ой, так. Секундочку. Совсем слегка меня отвлекли соседи. Ой-ой-ой! Что-то сильно разошелся. Так. Так, надеюсь, меня слышно. Так. Гадкий. Так, почему я... А, три это кнопочка. Ё-моё, я-то понял. Ой. Еще не до конца, я понимаю, как ставить все эти приблуды. Так, пришли мы с соседями, немножечко меня отвлеклись. Всем буквально... Ах, Фенрир! Чертов. Ребят, ну нужно очень сильно въезжать в эту игру. Концентрироваться. Тем более, стрелялки это не самый мой, скажем так, жанр, любимый жанр игры. Не мой конек. Ну фин как, я же попал ему в голову, наш еще стрелял сбоку и не смог его убить. Как вообще так? Опять нога. Опять левая нога меня страдает. Ой, подлагнул чуть-чуть. Игрунка. Давай, Фенрир, давай, до свидания. Ты кто такой? Ага. Моя? Капканом стоит еще. Теперь вы сами понимаете, что мне стало интересно забраться на вот эту... Попробовать, по крайней мере, забраться на эту высоченную штуку.
и кого-нибудь с ним попробовать отстрелить с моей новой винтовочки, которую совершенно недавно приобрел. Еще так как толком-то с нее никого и не отстрелил. Так, для ближнего боя мы возьмем картечку. Так, замедляем шаг. Прицеливаемся. Хорошая такая позиция. Хорошая такая позиция снайперская, но нужно смотреть всегда за тылом за своим. Ну, это вроде наш поднимается. Или нет? Да, это наш. Не вижу я пока вражин. Можно ли попасть выше? Давайте посмотрим. У нас есть с другой стороны. С другой стороны. Так. О, есть лестница. Как бы на нее забраться? Никак. Это плохо. О, как ты туда залез? Оу. Жестко. Что это за звуки? Это поднимающаяся лестница или что? А, так, у нас хотя бы спина будет прикрыта. Ну так. Плохо видно, где у нас враги. Так, спустимся мы чуть пониже. Все, теперь понятно, как пошел туда снайпер. Сядем мы вот здесь, у нас все прикрыто. По сути. Вот так, мы прикроемся. И будем выждать нашего шанса убить кого-нибудь еще. Ну, походу, зажали. Мы врагов на базе. Наши потихонечку продвигаются в их сторону. Убил кого-то с Камсик, Заур убивает тоже. Давайте, ребяточки, 3-5, это очень плохо, осталось 50 секунд. Да, не очень удачно раунд я сыграл. Ну, наконец-то я понял, что у меня хоть за винтовочка. Ну, нужно, в общем, винтовочку оставлять, брать получше снайперку, брать автоматику. О-о-о. 5 пуль, значит, да? Довольно-таки быстро перезаряжается у нас винтовка. Ну и скорее всего это поражение. Да, как бы грустно это не звучало, это поражение. 3 секунды у нас остается до конца раунда и... 3-5, да. Нафигил я, конечно, знатненько, но игра есть игра. Так, лучший стрелок, 17% выстрелов, ну, хоть какой-то бонус есть в этом. Стартуем мы следующие. Следующая карта. Стартуем следующая карта. Есть у нас, точнее, не хватает у нас для рюкзачка еще порядка 2800 серебряников для того, чтобы зарядиться энергии по полной. Так, почему-то не ставятся галочки все продавцы. Экипировка. Так, это все одето. Перевязочный бинт. Почему, блин, одна?
А, потому что она у меня всего одна. Давайте еще парочку купим. Сколько они стоят? Стоит она всего 50. Давайте еще возьмем. Давайте две купим. И вот положим 3 в рюкзак. Можно 5 в рюкзак класть, да? А, нет, максимум. Или что? Давайте еще купим. Нет, давайте 3 достаточно, думаю, будет. Капканов. Или купить еще. Давайте еще 2 купим. В принципе, нет, это же не так дорого. Вот, значит, как, да. Рюкзак максимум. Рюкзак максимум 3, как я предполагал. Почему тут 2 слотика еще не доступны, не понимаю. Ну ладно. 100, в принципе, не жалко. 3000 у нас есть, ровно еще 3000 остается, в принципе. Потратил я не очень крупную сумму, поэтому пойдет. Спивайся-ка. Петрович, давай! Без расслабончика. Есть у нас. Вот так, наверное, было поменять, чтобы это было главное оружие. О! Неужели я выкинул все оружие? Да быть такого не может. Я же хотел их просто местами поменять. Так, а что будет, если буду без оружия? Так, ну, по крайней мере, игру выкинула. Так, отправляем репорт. Так, отправили мы репорт. И заново запускаем игрульку. Восток Геймс, разработчики. Ребят, пожалуйста, ну... Fix it, please. This. Ой, новая карта с памятником. Так, нет, оружие у нас, естественно, не пропало. Я ж так думаю, что не пропадет. Так, ну, наша задача по-прежнему таскать контейнеры в наши... злополучные места. Воу-воу-воу. И что это, школа что ли? Что, из школы нужно таскать? Так. Ой, так это целый жилой район. Так это детский сад. Что на детском садике делает военный УАЗик, это остается пока загадкой для меня, по крайней мере, лично. Ага, нет, это лучше. Какая карта-то хорошая. Ну, по крайней мере... если туда можно садиться, в эти окошечки, то это совсем здорово. По крайней мере, хотя бы один проход в подъезд должен быть. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Так, кто-то меня хотел отстрелить, я не понял, откуда, кто. Ага, забежал все-таки. Прям это место просто удивило меня. Эта аномалия, как она появилась. Так, ладно. Сложно пока все ориентироваться, новые карты. Новой местности. Да, все-таки работа здесь. С нажатым шифтом прицеливание успокаивает он дыхание. Прицеливается более точно. Петрович. Молодец. Так, наш принес еще пипку. Хорошо. Это что такое, блины? А, нет. Ну, вроде масленица, но как тут здесь блины? Просто прожавелый знак. Въезд запрещен. Так, потихонечку пробираемся сквозь кусты, чтобы мы были менее заметны. Так, по спортивному залу. Ой-ой, союзник. Маты. Шведские стеночки. Все как нужно. Ой, бедная школа. Ах, это школа. Только что же враг здесь пробегал. Мне ж вроде в голову попало, мне. Так, двоих я отстрелил. Хорошо. Неплохо. Так, нужно вот сюда куда-то залезть. Вот такое боевое место. Вот, спрыгнул. Промазал. Ой-ой. И еще раз я промазал. Боже мой, сейчас начнется отстрел. Так, нужно прикрыть свой тыл и защитить себя. Отлично.
Так, тут же 5 патронов, боже мой, я забыл это. Ой, грена залетела. Ставим ловушки. Отлично. Сработала ловушка. Неплохая так тактика. Хорошо, что я вспомнил, что у меня есть ловушки. Зря я, конечно, 3 подряд поставил, но... Да ладно. Услышал, что я захлопнулся. Капкан. Нет, нет, нет! Рестарт! Боже ж мой! И я умер. Отлично! Спасибо дисконнекту за это. Погибаю я. На ровном месте, так сказать. С счетом у нас 4-2. Пока все не так уж плохо. Хорошая такая... Блин, тут прям аж... Ой, снайпер. 4-3. Ой, не надо с плохим счетом заканчивать игру. Прям аж чувствуется, что появляется какая-то тут тактика, какая-то стратегия в этой игре. Ну, точнее, в моей игре, в этой игре. Вот, скажем, вот так вот за каламбурчик. Убили? Вроде да. Ну и что? Так. А, сюда не пройти, что ли? Да ну нет, должен. Да должен. Сейчас, секундочку. Разбежимся. И это! Нет. Я думал, еще чуть-чуть в окно нырну, но не получилось. Мне слегка. Так, убили, да, этого? Слово. Так, откуда снайпер был? Да, действительно, игра не похожа на... Да, боже мой, как этот... Откуда этот снайпер меня стреляет? Не похожа игра на другие стрелялки совершенно. Это другой уровень, другой стиль, все другое, ребят. Сами видите, что здесь все по-другому. То есть другая тут манера игры. Вот сколько я вот играл в Call of Duty, да, там... Тоже Counter-Strike, но, блин, это совсем все по-другому. Фишечки свои присутствуют в большом количестве. Так. Снайпер снимает где-то с правой стороны. Так, пробуем пробежать. Не быть убитым снайпером. Так. Значит, обходим. Ай-яй. Еще тут не засыпают. Все на нашей базе орудуют. 8-1. Мы выигрываем, но... Нас атакуют. Мы не можем как-то защищаться, что ли. Я вот просто... Боюсь одного снайпера. Выходят какие-то другие люди, начинают меня отстреливать. Где вы, эти люди-то? Вроде никого нет. Со спины теперь. Как? Он же у зданий кого-то убил. Как он оказался со спины? Как-то я невнимательно играю, что ли? Так, вот смотрите, я теперь со спины. Осматриваю. Смотрю вверх. Никого. Аккуратно подбегаю, смотрю на вот наших... Союзников 2, 3, все живы. Все забегают в здание. Есть подвальное помещение? Может прогуляться до подвальчика? Так, стоп, здесь прохода нет. Проход здесь только по второму этажу. Какие текстуры, какие обои. Боже мой, какая лепота, красота. Эх. Это атмосфера, ребят. Но это просто замечательно, совершенно здоровски. Так. Ой, класс. Я, кажется, кабинетом ошибся. Хотя нет, так. Так. Ой-ой. Что ж за снайпер-то такой?
Ой-ой. Нашего снайпера убили. Перемещаемся в другую сторону. Так, контейнер у нас кто-то украл. Так, посмотрим, как он его понесет. Оказался чуть побыстрее. Порасторопнее, заметили просто, что были выстрелы рядом. Решил проверить, кто себя так по-хамски ведет на нашей территории. Вот, собственно, нашел причину будоражения. Боже мой, сам попал. Нет, черт. Так, ладно. Очень как-то не совсем удобно ставить, на самом деле, капканчики. Так, пока я запер так. Ага, и все. А где же мой третий-то капкан? Ну да ладно. Садимся снова на это кемперское место. Надо было поставить сюда вот какой-то капкан, чтобы видно было, когда в нем застрянет человек. Успели убить. И ушел not pass, как говорил Гэндальф. Опа, походу сработал мой капкан. Что такое было? Что-то захлопнулось. Так, где мой третий? Почему не могу? Очень странно, почему после того, как я поставил, попался в капкан, и не могу достать третий капкан. Опа, капкан. Отлично. Все-таки капкан делает свое дело. И снова реконнект. Боже ж ты мой. Петрович! Петрович, ты начинаешь находить свою жилку. Жилку. Кружилку. Что такое? Я опять умер? Так быстро после реконнекта? Так почему? За что меня реконнектнуло? Почему я снова оказался на базе? Меня убили? Ну нет, ну так нечестно. А, все, капканы, три игру на капкан. Три капкана на игру дается? Серьезно? Вот зачем подох. Боже мой, я-то подумал. Так, все-таки давайте спустимся в подвальное помещение. Посмотрим, что у нас же там такое. Это, наверное, выход вовнутрь двор. Во внутренний двор. Так, какая красота. Биохазов, значок. Ой-ой-ой. Так, мне нужен слот, чтобы взять это. Так, хорошо, что я одел ту штуку, которая дышать позволяет. Так, ну мне нужно, в общем, накопить на сундучок, чтобы брать эти артефакты уже, начать и смотреть, что они дают. Так, попробуем теперь зарашить их территорию, хоть раз пробраться. Оп, снайпер меня стреляет, неудачно, еще раз неудачно. Так. Ага, гранаты летают. Так, где-то кто-то снайпер. Кто-то снайпер, кто-то мертвый. Снайпер, говоришь? Как вот он выжил? Увидели это? Ах, я промазал вторым выстрелом. Боже ж ты мой, как я хорошо прошел. Прорвался на их базу 7-8. Почему-то очков у меня... Очков у меня мало, но... Ух, захватывает игра. Захватывает атмосфера. Это просто борода. Насколько же меня сейчас это все начинает захватывать и засасывать. Ребята, кто-нибудь, остановите меня. Спасибо, Кнот. Брат, ты был лучшим. Ты лучший сталкер, чем я. Потому что я не смог попасть. Хотя я так отлично прорвался на вражескую базу.
что запрещено дважды убивать. Так, интересно, смогу ли я как кот спрятаться в этот ящик? Нет, не смогу. Воу, воу. Кто откуда так сильно стреляет? Воу. Олд Роджер. Где-то засел снайперкой. Где-то вот здесь. Попробую сейчас его наказать. Я предполагаю, что отсюда откуда-то были выстрелы. Не могу понять, откуда именно. Откуда конкретно. Здесь вроде все чисто. Но тут, видимо, снайпера решают многое. И... А, матч закончился, да. 9700 у меня есть. У-у-у-у! Видимо, какой-то квест я выполнил. Посмотрим, так, что у нас там были вообще за квесты. Так, что нам нужно сделать? Выиграть бой, одевшись в экипировку черного рынка. Так, найти, принеси хотя бы две батареи. Так, это понятно, выиграть бой с совершением весь более чем два раза. В экипировку бродяг. Так, разве не одет в экипировку бродяг? Так, зайдем мы. В магазин. Все продавцы. Так, что значит экипировка бродяг? Вот мы смотрим бродяги, нажимаем. Ага, рюкзак с контейнером, это и есть экипировка бродяг, я так полагаю. Давайте ее тогда оденем. Да, принять, хотели мы купить как раз таки рюкзачок. Где у нас? Ой-ой-ой, как это красиво. Так, теперь можем складывать артефакты в этот контейнер, как я полагаю. Ага, штаны химзащиты. А где же описание-то? Это что? Что-то непонятно. Так, шлем, есть ли у нас шлем? Шлем. Шлема нет. И нет монет. Так, здесь есть, о, тут есть маска байкера 3700, очень дорого. И эти пока нам не открыты. Так, у нас есть ТТ. Тульский токарев 33. Капканчик, гранатки есть. Кожаные ботинки, перчаточки. То есть, что это такое? Анти... Нет. Апти... Нет. Грана... Нет. Кислород... Нет. Хм. Шлем и вот эта непонятная штука. Так, а, вот как можно. Шлем сразу байкерский. 6-10. Так, не хватает нам это на шлем. Так, телефон звонит. 5 сек. Все, пофиксил я проблему с телефоном. И последний. Так, последний сейчас у нас будет заход. С вами последний раунд. Непонятно, что сюда должно быть. Написано. Ничего не написано, кстати, но открылся слотик. Ага, походу это и будет артефакт, который я подберу на уровнях. Ну-ка, давайте проверим. Да-да-да. Какой же я все-таки слегка умный. Так. Ну что ж, давайте попробуем отыскать на следующей карте тот самый артефакт, который будет светиться в этом слотике. Извиняюсь, конечно, за такие отвлекающие моменты в игре. Но это жизнь. Не могу я сказать соседям... Не заходи, не могу я сказать, телефону не звони. Так что, кто мог знать, кто мог знать. Так, что у нас в рейтинге опять? 1700. Пробираемся потихонечку к топ-100. Так, ну вот уже мы более-менее солидненько выглядим. И снова на этой карте, замечательно. Понравилась мне эта карта. Потенциал я весь еще не раскрыл. И опять снова вылетает игра у нас с крэшем. Отправляем мы снова баг репорт и обратно запускаем игру очень быстро. Надеюсь, в скором времени все починится, все будет прекрасно, великолепно. Будем ждать, надеяться и верить. Так, а теперь мы играем за другую сторону. За другую сторону, вот это да. Ну, попробуем поиграть за эту другую сторону. Знаем мы более-менее, как уже располагается у нас. Так, а где же наши... А, пропадают на совсем капканы. То есть их надо покупать каждый раз. Воу. Вот это интересно. А смогу ли я во время раунда купить его? Тоже вопрос хороший. Так, знаем мы зато здесь, где находится артефакт. Ой-ой-ой. Смотрите, что я нашел.
Да, здесь будет, наверное, более безопасно пройти. Хотя бы пару сантиметров. Так, там никого. Только я сказал, что там никого, развернулся, повернулся спиной, и я умер. Дела. Так, побегать, пойти сбегать, поднять артефакт. Посмотреть, что там за артефакт. Так, что же за friendly fire-то, братан? Зачем по себе стреляешь? Так, не надо делать. Вау! Ну, на самом деле видно, когда тут снайпера сидят. Просто, видимо, ребята не чекали эти моменты так. И не я один, походу, пошел за этим артефактом. Счетчик какой-то. Так, вот так. Забегаем мы сюда где-то. Вот этот цветочек. Доставаем артефакт. Так, повышает регенерацию здоровья. Ехуху, живокост. Первый артефакт, 4 штуки у нас. Ого, это же здорово. 4 штуки у нас есть артефакта. На четверочку мы их используем. Нет, не 4 штучки, а 1 штучка. Так, капкан поставил. Ой, мы прям зашли сюда. Не по-детски. Так, это что такое? Нет, это не база. Вот надо туда мне выходить, все правильно. Так. Так, смотрим на капканчики. Наш снайпер, да, опять меня дискает с игры. Хватит. Я почему-то опять умираю. Почему я умираю после дисконнекта? Что со мной происходит? Что-то вообще ничего не понимаю. Появляется новый Петрович. Совершенно голенький, с пистолетом. Ну, знаем мы таких пацанов вообще, ребят. Так, наши доносят. Кропотливую работу выполняют, доносят до нужного места. Точнее, до базы контейнера. Просто в наглую бежим и рашим по миду. Ой-ой-ой. Ой, какая там стрельба. Так, то есть из окна я выпрыгнуть могу, а запрыгнуть в окно я не могу, да? То есть вот на столечко Петрович у нас. Лентибосс. Ой, какие-то бомжи, что ли, спали тут? Такая локация-то. Так, ну давайте подождем врага здесь, парочку. Ой-ой-ой. Видимо, спалился я, что забежала в этот уголочек, и меня настигли. Хотя, вроде выстрелить я успел. Сработала моя реакция. Но как-то не очень. Так, ну да ладно. Есть у нас по-прежнему вот этот артефакт. Боюсь я его использовать. Я полагаю, что он всего один раз используется за игру. Как он используется, я не знаю. Пробовать, конечно же, я успею попробовать. Сейчас у нас 11 минут для этого, чтобы попробовать. Как же используется этот артефакт? Контейнер. Ну, ребят, надо немножечко полезности внести в свою команду. Так, смотрим на тыл, вроде никого. Смотрим тыл повторно, вроде никого. Все, бежим. Вижу контейнер, не вижу препятствий. Несем мы. Вроде как пока благополучно контейнер. Корзинку. И трехочковый, отлично. Ой-ой-ой-ой. Как немножечко все подлаги. Так, снова в бой. В неравный бой отправляемся с судьбой. Так, смотрим капканы. Капканов нет. Ой, ой, как подлагивает. Только не дисконнект. Так, смотрим мы вперед, вроде никого. Так, дырка от бублика. Проверяем, окошечко нет. Так, провалиться я не провалился. Интересно, пройдусь ли я под этим завалом? Да, отлично, прохожу под этим завалом. Очередная дырка. Опа, ага. Показалось мне, что кто-то из врагов засветился, но... Уф, оказалось, что нет, все в порядке. Хорошее такое место. Врагов я не вижу. Ой, ты сюда зашел, да? Ну давай, я-то наверх чуть поднимусь. Ага, вот отсюда, наверное, снайпер-то в тот раз фотографировал. Так, давайте чуть я отойду вот так вот в тенечек. Я так понял, возле меня где-то пуля просвистела.
Или нет? Прикрывает он мою спину, что ли? Слушай, попасть-то не могу, какой же я кривой-то. Разозудись, моя нога. Не попала нифига. Ой-ой-ой. Ятаган, братишка, что там такое-то интересно, что ли? Где? Залип на обои? И снова... снова вылетела игра. Да будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Как сказал бы один актер знаменитого фильма, но, блин, хватит. Я понимаю, что я сейчас, если я войду, я буду мертв. Я не хочу быть мертв. Ожидание сервера. Пускай меня сервер. Нет, на этот раз я жив. Вот как это так? Неужели я действительно выжил? Просто выжил. Жижил-мыжил, просто выжил. И опять не убил. Ну что ж такое-то? О боже, какой я мимо. Ра-та-тя-ти-та-ти-та. И ра-та-та-ту-та-та-ту-и-та. Оп. Да. Карты большие, да, относительно, то есть... Все-таки те, кто с винтовками, со снайперскими, тот хоть какой-то... Оу. Какая лепота. Ребята, смотрите, какая красотища. Ой, тут какой-то смрадный запах. Что со мной? Что-то меня охватило. Какая-то эйфория фиолетовая. Вау! Я таган, ты мой друг, я твой друг. Пиу-пиу, пиу-пиу-пиу-пиу. Ой, да наш союзник засел. Ох, ничего ж не видно. Так, давайте воспользуемся, мы, наверное... Живокост активирован, все критические повреждения вылечены. А, и кулдаун у него, уху! Бесконечный артефакт меня спасает. Все, теперь все стало ясно. Все стало на свои места. Постоянно аптечку подобрал я на этом, на этой карте. И это здорово на самом деле. Просто Конг со спины начинает расстреливать врагов. 8-0 без сопротивления. Мы идем, но 0-3 это как бы плохо. Когда сопротивления от врагов нет, и я ничего не могу с этим поделать. Даже парочку фрагов нащелкать, это плохо. Пойду я, кстати, тоже поубиваю несколько ребят, чтобы хоть как-то повеселить вас и самого себя, естественно. Потому что 0-3 это совсем не дело. Кто стучится в дверь моя? Дома, видишь, дома нет никто. Тихонечко пробираемся. И начинаем потихонечку осматривать. Спрячемся за таблеточкой. Это где-то отстреливает. Ах, снайпер меня пронил. Попал в меня, ну... Проиграют они таким образом, даже если они будут сидеть у себя на базе, отстреливать нас с снайперских винтовок. Счет-то как-никак 9-0. Ни одного контейнера не соизволили принести в свою копилочку ребята из команды противника, не знаю, из команды красных. Так что, кавабунга, наша победа, но с фрагами, конечно, напряженка. Ну ничего, аппетит приходит во время еды, опыт набирается со временем, время лечит, время деньги, все, очень все много связано с временем, времени, кстати, остается не так уж и много до конца раунда, так что... А, я уже снял его. Ну вот, я только нашел себе цель. Так, нужно найти, кстати, этого снайпера.
Украины. Вот украинцам сейчас хорошо, у них хоть какой-то был опыт войны. Ну, конечно, это шутки за 200, но уж простите меня, я такой хан. Так, убили мы одного снайпера. Ой, вижу, вижу. Ах, не живокост активирован, но... Не успел его активировать, потому что... От контрола до четверочки слишком большое расстояние. Вот почему QE не работает, непонятно. Было бы Q поставить предмет, E взять. Так, слушайте, а в настройках можно управление поменять? Управление. Так, склад, магазин. Ну-ка, магазин. Не, а как? Магазин S в лобби. Так, предмет 1-2. Кислородный барон, чат. Использовать, выбросить. Оружие, стрельба. Прицеливание. Удержание дыхания, левый shift. Рывок, удержание, тоже shift. Так, ну значит, перебиндить клавиши можно. Вот на Ешечку я бы, допустим, сделал использовать. А что-то способность. Ой, опять сервис connect. А на кушечку я бы использовал, допустим, капканчики, аптечки. Ну, то есть, что у меня доступно там пока для более удобного восприятия игры. Ладно, так, убили мы все-таки одного, но опять сдохли много раз. 1-5, наверное, у меня счет. Да, так и есть, 1-5, это слишком много. Ай. Отдышись. У, в голову, отлично. Отдышался? Хорошо. Сложновато Петровичу. После перегара. Ай, не успел. С пистолета меня валдозник убил. Ах. Все-таки порасторопнее нужно быть в этой игре, повнимательней, побыстрее, пошустрее. А не все играть в карточные игры. Как типа Хардстоуны или там. Всякие такие игрульки, которые не позволяют развивать свое быстрое реагирование на ситуацию. Ой-ой, давайте посмотрим, что там. Может, памятник подписан? Давайте хоть посчитаем, что у нас за памятник стоит. Что за великий человек здесь сидит? Памятник великому кукурузу. Потому что нет подписи, не знаю, что это. Почему так? Где последний контейнер? Может, проще было найти последний контейнер? Давайте порашим. С дроби. Расстрелили. Ах, меня отстрелили. Боже, мы не успели зарашить. Ну, 3 секунды остается. Я думаю, что марш-бросок сейчас просто я попробую совершить. Хотя бы добежать до центра карты за 3 секунды. Заодно и посмотрим, насколько большая карта. Ой. Ну, пару секунд еще добавите. О, устал. Сталкер мой устал. Бежим, 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 братишка, бежим. Так, ну, я думаю, что не хватает 30 секунд, чтобы добежать хотя бы до центра карты. То есть, понимаете, ее масштабы, ну, почти хватило. Нет, ну, наверное, хватает, да. Вот, вот он, центр карты. Да, хватило мне добежать. Ну, в принципе, приличное расстояние. Здесь 75 опыта получено. И это не хватает, да, до следующего уровня. Здесь у нас 8600. Задания мы, видимо, какие-то выполнили. Да, выполнил я одно какое-то задание. Превосходный персонаж. Так, давайте прокачаем пару обилок. Скорость прицеливания. Давайте, наверное, возьмем одну скорость прицеливания. Разброс увеличится. Ну, так как мы будем использовать снайперку и автомат. Поиск артефактов. Что оно нам даст? Поиск артефактов. Поиск артефактов. А почему минус-то? Что добавить-то никак? Болевой порог 4%. Так, давайте-ка возьмем мы, наверное, что ж мы возьмем-то?
Восстановление рения, скорость передвижения. Давайте одну пипальку возьмем и вторую пипку. Болевой порог. Это что это за плюсик? Что тут значит? Так, подождите, отмена. Так, ваш уровень 2. Скорость передвижения. Вот так вот, что ли? Переносимый вес 2 кг. Давайте вот так вот одну сюда прокачаем. И вот так вот одну прокачаем. Подтвердить. Все, взяли мы две пипки, хоть каких-то на следующий раз. Так, зайдем в магазинчик, посмотрим, что у нас тут доступно новое появилось. Нет, конечно же, не появилось. Так, все предметы жмакаем. Так, нет, появилась у нас новая снайперка Ремингтон, которая стоит 13 тысяч, и автомат Витязь. Вау, кто делает-то? Пистолет, пулемет, так, подбери по 9-19, разработан 2014 года, специально под требование отряда спецназа МВД России. Поддержим одиночный автоматический режим стрельбы. Воу-воу-воу-воу, полегче. Так, а где же наш артефакт? Ну, видимо, он пропадает. Так, пропадаю я. Так, продать ли можно? Продать за ноль. Не будем продавать. Продать пульки для пукаля. Сколько они будут стоить там? Так, перевязочные бинты. В принципе, этой демагогией может заняться потом, попродавать всякие пушки. Ой, у нас что, у меня два дробовика. Я два дробовика себе купил? Ну, естественно, нужно один продать. Блин, как-то я не углядел. Такой эпик фейл, грубо говоря. Так, 9 тысяч у нас есть. Ну, снайперку, винтовку. Вот если мы эту продадим, я думаю, что мы ее продадим. И нам как раз-таки не хватит, да, немножечко? Нет, хватает. Купим при вас вот эту снайперскую винтовку. Ремингтон. Воу-воу-воу-воу. Покупаем ее. Покупка завершена. Вставляем сюда в слот оружия наш Ремингтон. Пульки. Так, пульки у нас на Ремингтон. Рюкзак 0. А на складе еще есть. Так, давайте так вот. Вот так вот сделаем. 288, да, давайте переменим. Нет, вот так. Все-таки здесь надо будет побольше. Вот так вот переменим. И все. На этом путешествие Петровича заканчивается. Точнее, не путешествие, а третий выпуск нашего, я не знаю, чего это даже сказать, состязание, наверное, в игре Survivor заканчивается. С вами был Нул, с вами была игра Survivor от создателя игры Stalker, от разработчиков игры Восток Геймс. Записывайтесь на бета-тест, играйте, любите игры. Всем пока-пока.